среди рек синих-синих, где в березах земля. Добрый вечер, Валерий Константинович, пишет Анатолий Потапенко. Вы знаете, эта тема осталась незакончена. Вот. Ниже покажу. Просто я так последовательно подхожу. Вот решил выслать вам для обсуждения эти фотографии моей прививки груши, боковый вид яблони. Прошло 3 года и первое плодоношение. Это удача. Ей надо воспользоваться. Красивая груша? Красивая. Вот. Жаль, мы с вами не знаем, яблони испортила вкус груши или нет. У меня портила. То есть они становились менее сладкими. Это не то, что тупиковый путь. Но вот представьте, у человека все яблони, он хочет грушу попробовать. Он хочет испытать. Он берет боковую ветку, не простую ветку. Эта ветка называется плодовая. И на ней буквально за год за два появляются плоды. Я своим вам показывал. Долго не живу, 2-3 года умирают. Ваша пока жива. Так. Вот. Тогда я посмотрел, вроде бы сразу окуклилась, то есть я не вижу веток на прививку. Вот. Но, видимо, что-то есть. Почему? Смотрите внимательно. Это же все-таки учеба, и это непростая учеба. Думаю, состояние было хорошим. Произошел обмен генами между грушей и яблони, так называемое насыщение ментора. Обнаглели тоже. Вы это напишите там, где эти выпускницы Мирязевки. Что от вас останется? Ни рожек, ни ножек. Ну, у нас можно. Я вас уважаю за это. Итак, ментор, термин насыщения ментора принадлежит Мичурину. Вот. Теперь в мечтах оценить внешний вид, вкус, размер и переправить уже черенком по весне на яблоню уральское наливное и сравнить течение приживаемости, адаптацию, рост, изменения по вкусу, цвету. Вы куда замахнулись-то, а? Что? Вот этот самый, реинкарнация, может, Мичурина? Может, его душа в вас сидит? Вы знаете, на что вы это самое? И как это трудно и долго. Я когда имею дело с такими вещами, я вас не отговариваю, нет, я развиваю тему. Итак, подвой, смотришь, ну, вспоминайте начало разговора. Косточки с одного дерева, а результаты все разные. Вот. И ты думаешь, значит, помните мой термин, память предков, один, допустим. Он уже все-таки, например, гибридный, значит, сосед мог постараться, два. Вегетативная гибридизация вроде бы не существует вообще, в принципе. У нас же это самое, как сказать, знаете, это какими словами прижучили, что ложь и мошенничество. Ее вроде бы не существует, но тем не менее у меня десятки, сотни фактов уже с друзьями, что она все-таки существует. Так. Но дальше мы добавляем сюда насыщение ментора. Так. Мы переносим на новую яблоню уже, и получается что? Я 4 пальца загнул. Получается, сравнивать вы будете сравнивать, и каждый раз, это мой вывод, получать новый результат. Значит, нужно бы поставить конечную цель. Например, конечная цель, это мое мнение такое, я вас очень уважаю. Я вот за это как раз уважаю, что вы замахнулись на такое, о чем наука не только не делает, даже не думает в эту сторону. А у вас получается так. Вот прижились, прекрасно. А хорошо бы сделать так, чтобы морозостойкая яблоня служила для груши постоянным подвоем. То есть уже когда веточка будет, вон она, наверное, уже начинается где-то там, может, мы ее не видим, вот, переносить снова на этот же сорт. Не на другой, на этот. И постепенно добиваться так, чтобы морозостойкость яблони плюс вкус груши, ну и следить, уменьшится вкус, улучшится вкус, надо иметь контрольные экземпляры груша на груше, вот. А начало всегда хорошее, смотрите. Я сразу вспомнил. А, вот я читаю ваше письмо. Традиционно пожелаю здоровья, добра и счастья. Пусть Всевышний продлит ваши дни в здравии, счастье, богатстве. Ну, насчет богатства тут, конечно,
Вот, только посмеяться. Насыщая душу радостью от сделанного на этой земле чуда сада. Вот. А вот душу радостью, вот за это спасибо. Если бы вы знали, вы поймете через месяц, когда я все эти фильмы размещу в Ютубе. И еще он пишет. Хотел бы добавить написанному, что у каждого деревца, вот, что у каждого деревца у меня слой мульчи примерно 30-40 сантиметров, что заметно дает дереву сил для борьбы с засухой, вредителями и болезнями. Ведь в лесу я вижу то же самое, и деревья просто своим здоровым видом намекают нам, садоводам, на этот период природы. Но это вам намекают, а им намекают, бери лопату, весной уничтожь всю траву, всю весь дерн полностью, полностью, до конца, что там чисто это. А потом все лето тяпать, чтобы, не дай бог, травинка не проросла. Вот. Уничтожить пищу дерева, уничтожить червей, уничтожить все. Ну, что делать? Спасибо, что вы вот это вот нам всем написали. Читайте, друзья. Мульча дает дереву сил для борьбы с засухой и вредителями. Ну, сами знаете, я приводил примеры. Завалят мульчу прям основание штамба, а там уже гниет. Но вы же не это имели в виду. То есть будем делать так. Пологий холм, мульча, но штамб сухой и ничем не зарощенный, и не засыпанный. Хорошо? А вот это второй снимок. Вот эта дама, она прислала мне кино. Там у меня папка особая для таких случаев, потому что это черенок получен от меня. Она получила грушу размером 300-400 грамм. Вот. И сделала скелетную прививку. Как она умудрилась? Что вот такая маленькая веточка, как она не обловилась, но она, видите, подвязывала ее. Вот. Как она и дала такой урожай. Еще раз говорю, это яблони. Груша в особых случаях приживается. Надеюсь, вкус не потеряла. Так. И вот она, видите, веточка. Вот через руку проходит веточка ростовая, ростовая. Вот ее надо отрезать и использовать для прививки на яблони такого же сорта. Или потом кровать яблони. И можно добиться еще раз, можно стойкость яблони, раз, и качество именно груши.